Здравствуйте, в эфире «Новый день». В воскресенье в Чебоксарах состоится мировая премьера балета «Аттила». Эта постановка создавалась на ля чувашскими деятелями искусства. Например, всю музыку к спектаклю написал Андрей Галкин. Композитор считает, что это одна из самых серьезных работ в его карьере. Такого же мнения придерживаются хореографы, исполнители главных ролей и другие члены творческой группы. Создатели балета уверяют, зрителей ждет масштабная увлекательная постановка. Увидеть ее можно будет уже в это воскресенье в 6 часов вечера в Театре оперы и балета. Сюжеты о предстоящей премьере вы могли видеть в наших выпусках новостей или на сайте ГТРК «Чувашия». А вот об особенностях работы артиста балета мы вам расскажем прямо сейчас. Нужно чувствовать музыку и любить танцевать. Это, пожалуй, главные входные данные в профессию артиста балета. Но сказать, что этого достаточно, значит слукавить. Так мужчины должны иметь особую физическую подготовку. В балете задействован довольно специфический спектр мышц, которые отвечают за выворачивание ног, за удержание конечностей в балетных позициях. И конкретно эти мышцы, они больше нигде не задействованы. То есть ты можешь замечательно бегать, замечательно прыгать, делать что угодно. Но вот ты встаешь к станку, 5 минут, и ты уже в мыле. Артистам балета необходимо следить за своим телом. Им нужно быть достаточно физически крепкими. Ведь в танце нередко приходится поднимать девушек. Но слишком большие мышцы будут мешать работе. Если вы посмотрите на звезд балета, они все очень, очень такие утонченные, скажем так. При том, что нагрузки у нас совершенно фантастические. Поэтому если поддерживаешь, кроме этого, основную физическую форму, то появляется проблема в том, что можно что-то себе не то накачать, скажем так. Например, если я для дуэта буду заниматься какой-то тяжелой атлетикой, что-то поднимать, у меня нарастут вот эти мышцы, например, трапециевидные, и тогда я буду вот такой, и как бы принц из меня будет не очень. Небольшие травмы – постоянные спутники артистов балета. Чаще всего страдают ноги, спина, мышцы плеч. Избежать их сложно, но можно уменьшить. Для этого нужно следить не только за своим телом, важна дисциплина и сосредоточенность. В балет обычно приходят в раннем детстве. Это искусство закладывает в юном танцовщике много положительных качеств. Умение слушать, умение делать то, что от тебя требуют, очень-очень точно. А все остальное, оно вытекает из этого. Координация, осанка для детей очень полезна. Вот, потому что я сам в детстве очень много сутулился. Как бы это то, что прям хорошие вещи, музыкальность, которая тоже может в дальнейшем пригодиться. Опытные артисты рассказывают, балет позитивно влияет на эмоциональное состояние детей. Он помогает им выплеснуть энергию и отвлечься от проблем. А успешное освоение ремесла еще и поднимает самооценку. А вот несколько рекомендаций для тех, кто предпочитает спортивные зрелища. В субботу в спортивной школе номер 5 пройдет первенство Чувашии по спортивной борьбе. За звание лучших будут бороться юноши и девушки 15-16 лет. Начало в 10:00. А в воскресенье в спортивной школе номер 10 поединки проведут бойцы постарше. Там пройдет Кубок Республики по самбо среди мужчин. Торжественное открытие соревнований намечено на 11 часов. А у меня на этом все. Ну а завтра будет новый день.